Ребятулики, ребятулики и девчули, я всех приветствую на своем канале. А у меня очередная продажа в Тель-Авив. Готовлю вторую посылку большую. Поехали. Часы Слава с автоподзаводом. Раз. Восток. Полет. Все рабочее, все в очень хорошем состоянии. Часики. Ракета Слава с автоподзаводом. Вот такие прелестные. Нерабочие часы, электроника, позолоченная ракета с очень редким корпусом. Дальше, еще одна ракета, ЗИМ, луч позолоченный, циферблат. По серебру, значит, броши, кулон, серьги, зажим для галстука и, ребята, редчайший фотоаппарат. Вот такой, ой, не фотоаппарат, извиняюсь, этот, зажигалка новая, абсолютно новая. Индустер, очень редкая за последнее время. Это единственный экземпляр за, уже не помню сколько времени. И, ребята, вот это часики уезжают в Славянск. Это часы спорт, продал их за 200 гривен. Вот такие сегодня у нас продажи. Ребята, у нас есть обучение нумизматике, антиквариату, походы на барахолки, средства для чистки монет, нумизматическая линейка и пиар ваших неокрепших девственных каналов. А с вами, да вы и сами все знаете, пошла массовка!